Здравствуйте, уважаемые зрители. WSR снова с нами. И у нас на очереди серия контрольных точек. Попробуем для разнообразия Бугатти. Как она себя здесь поведет? У нее немножко не хватает поворачиваемости. Если трассы будут сильно петлистыми, то R8 предпочтительнее, конечно. Контрольных точек 246 пройдено. Подиумов 66. Майами. О, машинки припаркованы в рядок. Первая должна быть легкой, потому что я вот физически. Так, вспоминаем, что у Бугатти проблемы с покрышками. Они пробиваются после пару аварий. Это вообще разбилось, как бы. Говорят, что я рано торможу. Я уже физически первый. Ни по времени, не идет борьбы за десяток метров, там за сотню последнюю. Посмотрим, насколько сложно будет победить в сложном треке на Бугатти. Там. Такой маневр сделаю, чтобы лучше войти вот сюда и пройти два поворота одним движением руля, так бы сказать. Вот не показывает, сколько всего чекпоинтов я прошел. Четыре, три, два, три, два. Успел на свой последний чекпоинт. Почти 6 километров проехали. Так, R8 была на втором месте и отстала от нас на километр 600. Начало чемпионата было для меня тяжелым. В отсутствии подходящих для меня машин ехать было невозможно. Мерседесик.
нужно проезжать на полном газу. Фух, миллиметр. Кто-то разбился, мне так показалось. Зацепился. Просто. Так и знал, как не хотел я в него впереться. Значит, борьба будет в конце. Ладно, отмотаем, постараемся. Я тормозил. Бля, ну как тут проехать? У нас один. Есть. Первый. Триста контрольных точек. У нас еще одна осталась. Я уже и забыл. Да. Так, понеслась. Трасса нелегкая. Какая будет гонка? Чистенько прошли.
если не въехал, то правильно уже будет. То уже не попадешь. Козел, я хорошо входил так. Из-за него вот приходится теперь. Переезжать. И без того, блин, классный вход. Ничего сложного, конечно. McLaren F1. Победа. Ну что, осталась у нас серия дрифтов и промо, и потом будет финал. Давайте. Да, возьмем корвет. Дрифты здесь, конечно, вообще вещь ненужная в такой реализации особенно. В первом андеграунде мне нравились дрифты. Там было хоть и сложно, но можно было научиться и ездить четко. А здесь такое что-то. Ой, еще и трасса эта отстойная. Там слева проехали и фары. Уже набрали очков достаточно для победы, скорее всего. Первое место. Ненужное здесь оно, дрифты эти.
такое столкновение, блин, где? Нужно заходить с внутренней стороны, чтобы тебе, и потом, чтобы тебя самого выносило наружу. А ручник не позволяет так набирать. Скорости не хватает и ширины трассы. Так, вот у нас на последнем дрифте вылетело все это дело. Ну, засчитала нам, по крайней мере, не знаю, первую или вторую гонку дрифта. Надеюсь, что вторую засчитала. И вот в таком случае нам предлагает продолжить с места, где она запомнила последний раз. Надеюсь, это будет та гонка, которую мы еще не ехали. Чтобы не набирать заново 300 тысяч. Лучший дрифт старый, 194 метра. Рекордная серия побед 67. Ну, это все заезды. Заездов 68. Да, трасса вроде бы новая. Опять. Ну, не заглючило хоть, и то хорошо. Так, последний дрифт. Off guard.
перетрут, все перетрут. 481 тысяча. Главное, возле палочек проезжай, конечно. Возле двух желательно в ряд. А есть еще и три. Реально, возле первой палочки входим в поворот, в занос, и вот тогда оно нормально получается. Приступаем к промо оставшемуся. Это у нас выносливость Чикаго. 7 минут на Астане. Ну, на нем уже ездил. Знакомо. Блин, слышу, вокруг такие машины, мы на Астане. Думал, все хотя бы на Астанах будут. Кто-то потерял. Вот гад. Заносится хорошо. Кёнигсег этот галимый нам мешает. Задолбали. Блин, они реально делают, блин, Астон на раз-два. Минут от них так отбиваться от машины ничего не останется.
чуток оторвался от них, уже радует. Тут кругом придется еще штук 5 таких нарезать. Реально оторваться не получится. Кёнигсы галимы. Блин, я сам на Кёнигсах я сделал, блин, а. Все, кого угодно. Один повтор остался, а это жесть. Ёлки-палки, что произошло? Напряженка. Было непросто. Астон не ровня Бугатти и Кёнигсель.
проверяем, что мы выполнили, что не выполнили. Так, The Loop вроде не попадалось. Выиграй с отрывом 2 секунды Rockstar Energy серия дуэлей. Где это? Rockstar Energy серия дуэлей. С отрывом в 2 секунды. Вот это задание мы не выполнили. Что здесь? The Loop. Здесь есть последняя точка. Вот это она. Побить время. Минуту 45. Ну и Rockstar Energy серия дуэлей. Посмотрим, что там за гонка. Может пройду, может нет. Переиграй. Так, на этом заканчиваем. Осталась у нас одна серия. Это будет финал. Скоро она уже будет. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.